Та-да-да-дам. Что? Идем к фонтану, наверное. Угу. О, Печкину. Лёля угонщица. Чё ты? Чё хочешь потрогать? Хочу синок Печкина, чё будет? Не знаю, по-моему, все трут на удачу. Я думала, только я. Там этот еще крутящийся камень. Угу. Сейчас он, в принципе, близко. Можем дойти, не выключая. Давай не выключая. Там все равно звук через раз пишется. Ну, ну ладно. Ой, смотри, черные эти клены. А, ух ты. Ой, а что-то она разрядилась, наверное. Нет. Нет, он усыпается сам по себе. А-а-а. Оно сохранилось? Да, оно сохраняется. Просто я настроила так, чтобы монитор убивался. А, ну ладно. Можно просто туда надо. Да ладно. Сады, ладно. Он мне очень нравится, особенно осенью. Он так красиво выглядит. Первый раз вижу такой клен. Я тоже не видела таких, пока тут не стала жить. Уникальный город. Вроде это клен. Клен, клен, клен. Вот эти штуки-то кленовые, да? Кленовые, кленовые. Кленовые или как их там? О, голубь. Птичка. Все хотят докопаться до Лёли. Особенно человек горошина. Пойдем туда. Давай. Что, тепленькая? Полезли купаться? Да, да, полезли купаться. Позовем нашего друга. Велосипедиста. Велосипедиста. Именно так. А тут уже другие клены. Обычные. О, ну да. Так, значит, что у нас по дороге? У нас сейчас будет Макдональдс, угу. Вкусвилл и прочие радости. Цивилизации. А ты это? Радости цивилизации — это название магазина. Ну, почти. А ты не смотрела это «Мрачные тени»? Там типа он М, типа не Макдональдс, а М Мефистофель. Мефистофель. А что, аниме или чего? Не, это Тим Бёртон фильм. А может, ты смотрела? «Мрачные тени». Там типа такой вампир. И он А-а-а. После сна долгого забвения проснулся. А-а-а. Ну и оказался в нашем мире. Ага. Современным. И видит, типа, вывеску М. А, видела. Намочила себе шорты, малыш. Дьявол, это ты. Одну часть шортов намочила. Ты? Да, когда села трогать воду. Уже успела? Уже успела, ничего выплакнуть. Это накваркал человек горошина. Мистер Горох. Да. Вот эти дома, они типа как радужные. Прикольные. Ну да. Даже вроде как достопримечательность считается, наверное. Да. Улица Михалевича. Ага. По-моему, это рама оконная или не оконная. По-моему, люди проезжают. Или Аня. По-моему, блин, они убираются. Думала, это какая-то статуя специальная с мешком. Статуя? На горе стоит статуя, а у статуи нету глаз. Там по дороге у нас впереди крутящийся камень. Волшебный. Ты можешь даже вперед его. А, ну ладно, ну что-то людей снимать. Как-то неудобно. Тогда сбоку. Давай так. Чё я там вообще вылазит-то? Все вроде норм. А, ну пусть вылазит. Все равно потом монтировать буду. Ой, сколько тебе придется монтировать. А там нельзя делать эту паузу? Можно делать паузу, нажать сюда, потом заново включить. Ну давай тогда.